Моя лучше. Есть рыба. Окей, уговорил. Ничего, что рыба Ваня справа. Ушел. Поставьте кто-нибудь мамонта, а? Знание. Бафа и маги, кто там еще не крест. Вы надо или добрать, или чё? А, ясно, вот. Крест еще, да? Зима. Да там, наверное, красную помидору в парнике заметил, пошел смотреть. Бафал я, народ. Чё, дал ему, пока ему. Мне маги. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Мещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Я просто убегал, сбрасывается так. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Thank you.
такой магии и меньше, чем Макгрегор на хилю, блядь. Беги, малышка, беги! Не домашний, вы сейчас убьете его. Спасибо, парня убили. Че, дауны что ли? Николас, подойди поближе. Дайте мне. Дал Инар Шаман. На мне магия, бля, постоянно, я хз. Хильте. Бля. Притяжка, притяжка сейчас. Беги, малышка, беги! Хотя гимн отцу. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Пищите смерть! Зеленка, прожми не зыбко, если есть. Проба, Хильте. Ревностно. В сторону. В сторону. Ребят, тресните. Освобожденку скидывала. Только почему? Почему на лестнице, на второй фазе, неизвестно. Куда дальше? Вараев. Да я только за. Чё, клык никому не нужен? Хренаси.
Ой, давай я за 100% его возьму. Алексикус, Алексикус. На кого ролит Алексикус в этом рейде? Ну, я на Холика ролю. Значит, не можешь ты так взять, просто взять и за 100% его забрать. Ок. Да я что-то сомневаюсь. Мне интересно, человек не хочет отдавать Триню, он берет ее на оп за 10%. Но при этом за полную стоимость он ее брать не хочет. И отдавать человеку, который согласен не взять на полную стоимость, тоже не хочет. Ты заранее до рейда пишешь то, на кого ты ролишь. И эти правила у тебя выполняются весь рейд. Это не так, чтобы не было, я там перезайду, еще что-то сделаю. Надеюсь, спеков, чтобы не ролили. Или давайте я тринки более все на мейнспек роли. Что сейчас играем, хер вообще пойми в какую эпоху. Людям объясняешь, они даже просто не могут понять самого простого. Ну, я немного не понимаю, бесовая Триня на танков, и ее отдают за 10%? Ну да, так, если человек ролит на офф, он будет ее за 10% забирать. Если он в Но ты ролишь играть. На поле пала в этом рейде, как ты написал, ты не можешь ее ролить. Можешь ее ролить только на офф. Задача номер два, я пойду покурю. Первая задача — это ты. Это Войд, кстати, если это, ну, не успею к совету, там, убейте без меня. Но я думаю, я успею. Я быстро курну там. То есть я могу, к примеру, пойти Эрдру в рейд, сказать, я ролю на кота мейна, затем падают счеты с Герой, и если они никому не нужны, мне их отдают за 10%? Да. Да. Класс. На систему. А что не так? Да нет, система. Все так. Я рад, мне просто еще AirDrop одевать. Мне нравится система. 10% где-то. Ну, что? Я всем доволен. Что, контролить будем? Утроп сними, флешмот. Крис, добавь лапу, пожалуйста. Спасибо. Аниме монстр кто-нибудь смотрел?
Позырь белорус. Хотим остан. Я больше войск отдал, да, сейчас, сейчас мы заставим. Левая войска. Заебись, Вуди танчит, на какого моба не кликнешь, все набьем. Да я только что дал, только оно охуево далось. Делать не. Проклятие. Это танки плохие. Если он готов, то агро больше. Слав там вар присылал дубасик. Вап, дюрап. Давайте бафы там. Кого? Буба. Эй, Буба. Мне кажется, он тебе в хуй не ставит, как Релла. Не, ну он, смотри, он здесь, в инсте. Когда-то, наверное, принял уже, заходи. Дайте приставав финту. Мне сразу две достаются. Ну, дайте приставав. Сейчас с Вейдом сдохнем, отвечая. Вы не сдохнете, под... Ах, как только, блядь.
Это не для сов. Здесь ебучее ШП с потоковым пыткой, нахуй. Ты видел, как я полбоя танчил, нахуй, босса? Смотри. Все, улетите. Отведи, отводи, ну, отводи. Да-да-да. Лети. Улетайте. Что, блять, англичанин, что ли? Последний слог ставишь. Хочешь сказать, что англичане говорят beautiful? Не, ну они обычно фамилии, как бы, у них последний слог. А да, beautiful. Телесит это фамилия? Подумал, блядь, секунды 18. Можно говорить три войда, блядь. Могучий вихрь отбегает всех. И о. Блядь, чё вы ко мне все? Бля, даже минуты побежали. О, отдал дубовую кожу, блядь. Да они, блин, к стенке все сбежались, а прям все. Могу еще. Залейте маны, хулипалу. Расскажите, парни, расскажите историю про этого чувака, который в воздухе висит, Минчар или кто там, Гончар? И как Войт. Ну так... Ого. Есть катуха? Нет катухи? Нету. Где? Камба. Спасибо, мелкая. Нет. О, красавец. Контроль, кидайте. Вот здесь, кстати, ждем Войда. Идите, престы, контроль. Так, Гулливер, каш. Гулливер Кахил? Вроде. Слушайте, ребят, тут сейчас движуха жесткая началась. 10%? Это ШП, а и в... Какая рай? Декон он спек ролили оба. Это не. Сейчас войска КДшится, я спасу наш рейд.
если Войд нас не вайтнет на красном на профи, то у нас даже доп ЕП может быть. На синдроне все? Точно, на синдре швой вайпа у нас еще. Да, блядь. Некомпетентные танки. Вопросик все еще остался. Гулливерка это ШП, а ролл в экране прописан. У друида нет этого пузла, и он его ролит. Открываешь их, а смотришь, что этот друид ролит на сову. Они оба ролят на успех. На успех отдается по роллу. Гулливерка выиграла. Вопросы. Еще будут вопросы, не читай правила и ПГП. Он неправильно говорит. Если будут вопросы, иди читай правила ЕПГП. Баф дайте. Поворотик ГП. Смуч был прикольный пацан, это ж его маг эстрадно был. Да, маны смучу! У него ДК был классный, которого ваншотал в РФ, когда он агрил босса. Скула. Мир. Вчера был еще пидорас Шанан, который варом агрил Халиона. Кстати, меня тоже скула сбривал. И говорит такой, я в принципе знаю, что за баг, и через три вайпа говорит, ну я в принципе могу вам рассказать. Если хотите. А еще белорус. Нихуя это не белорус, это еврей конченый, блядь. У нас страна-то полиэтничная, тут говорят 180 наций, блять, у нас живет. Не знаю, правда, даже столько есть или нету в мире. Это если считать дроны, это нахуй. Амкокера нет. Давай да похуй, не смотрит вообще не. Войд, сколько можно говорить, это она. Это она. В смысле, Амкокер это мальчик вроде. Вы чё, блин, может он уже это, не мальчик. Ну, в смысле, нет. С тобой там потрахался, уже не мальчик. Да давай мне уже Starfall, блядь, палец жму. Ребят, место еще справа есть. Не надо. Леголас словит укус. Подождите, я самым сзади. О-о-о! Зря, блядь. Я... Уй, не ставится, смотрю. Хорош. Молодец. Первого хила кусаю. Лабунуса кушу. Я пока не могу
Сегодня рыбу покоптил, короче, дома в коптильне. Потом на туалете сидел, читал, короче, в Украине 12 доз вакцин от ботулизма. Сижу, думаю. Простите, что? Глыба тени в двери не сбрасывает? Ну, только что прожал. Поза сбросила. Сразу прожал. Ой, ты ёбок, ты огонь нахуй не повесил. Казаба, мне спек на цепку похилил нормально, не то что ты. За диспелтер. Бэра не будет? Как вам такое? Страдайте же! Сейчас еще 15 лямов добьем, потом, знаешь. Там пора уже, я думаю. Я очень хороший РЛ. Помогу вам. Да, воет нормальный РЛ. Не то, что воет. Блядь, дай диспел, сейчас шаман умрет, нахуй. Как Багрух ролик выдал? Мне идет Багруха. Кто врывается? Да я врываюсь. Я много не брал. Эй, пидор, давай сранить ролик. Отконченный, сука. Слава, поймал первый. А, не, не, ничего, ничего. Ваня хотел сказать, что Слава поймал первую кус и третий по ДД. Да ну да, там ошибся. Вроде первый Слава поймал, поймал. Ну да, увидел, но это я тут... просто рачил. Да ему ГП просто хочется. Пошел курить. Бананы. Так, а что у меня там, Багрух упадет? Ой, чекай там, это отошли люди.
Можно рыбак. Опа. Зеленая ограда. Кстати, нужно смешной анекдот написать, чтобы выиграть тесты. Да и у меня есть смешнее анекдот. И к тому же буду просить людей, чтобы не лайкали. Я сколько играл, я думал, типа их сливают, ну потому что они дамаг наносят. Ну я такой иду, думаю, блядь, по-моему, зеленку или... Я не знаю, прожимал я зеленку или нет, но я просто такой, ну типа, поебать. Думаю, ну не сложит же это мне хуйня. Рискобаб можно? А, не прожимал, короче, я не буду. Даже, слышь, даже думал, что урон от магии все равно даже зеленку не прожал. Блять, ну я тогда реально, я аж испугался, блять, как будто в хоррор какой-то играл. Педигонщик. Такие рыбы, блядь, такие, казалось бы, голова рыбья, это же, ну, ничего матного, ничего пошлого. Ну так обидно, блядь. Голова рыбья. Тотемчик, пожалуйста, от сил природы. Нет. Релогу. Забирай медведи. Все норм. Шаманы топово сыграли, поставили. Заеблись. Вот сейчас смотрите. Блять, на КТ присяд. Забирай на девичий бой в этот, играть со смертью. Я первое кольцо льда даю.
здоровьем. Вообще похуй. Два Старфола мобов нету. По Старфола лич переходит на фазу последнюю. Две совы. Ну и Лока. Мадди на замене? КД. Хороший рел. Вот чуть правее встань. Ляпучка, вонючка. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Оп-оп-оп. Только будьте осторожны, не такая уж она и обычная. Звучка. Похоже. Хорош. Большой враги. Так, КД. Была бы мама на. Не хилят. Там топовый шаман вылетел. Что там происходит?
Ебаться, бро. Один человек только вылетел. Вы чё, хилы, с ума сошли? Всё норм. Мы вчера в три хила проходили, с ума не сходите. Хильте давайте. Чё, травма с Геры? Ой, это барабашка упала. Пиздит, это точно, я знаю. Не-не, это не он. Это другой человек с друидом, но который тут намадит. Нет-нет, это этот человек. Минус 1000 ГП заберу. За минус 1000, сука. Увидимся с тобой в 5 утра под деревом. Если бы мне было 5 утра, я бы уже, блядь, спал давно. Ну, слышь, Слав. Вот этот слушок прошел. Так это завтра... Войд, если кто-то ролит эту хуйню, то я дам, я ж это ЕП на Машеку начисляю, я не ролю ничего на своего, ну вообще на друида. Нет, так отнимать не надо, если никому не надо, то я забрал и все, как бы. Ну так все там. Войд, это правда же, что завтра этот, в час льда будет, в воскресенье? Да. Какая десятка, да? Три окна играть. Так там конкурент этот будет собирать. Это десятка, да, девушка. Бомбанда. Это не он. Кулак пристабав лапу. Инту дайте и каску друидам хотя бы, блядь, и баба. Извините за нытьё. Она опозорена с тех пор, как ты пришел играть сюда. Моя любимая морскую пехоту, да? Это обычное облако газа. Только будьте осторожны. Не такое уж оно и обычное. Я вчера тебя послушал. Ты их не заролишь. Не, сегодня упадут тапки, да, это я отвечаю. А кто на тапки врывается? Кто на тапки врывается? Краля. Мелизону одну. Мелизону одну. Все есть. Ну, заебись, ханта отправили под босс. Мертвец! Мертвец!
Я вообще ни одну не поймал. Могли бы не контриться. Сова, беги! Говно. Как и гниломор. Божественный лут. Что оставил столько. Блять, хилый вы пиздец. Мог ли быть дроп хуже? Такой вопрос. Как это вообще будет у меня полностью? Три убойника упало бы, вот это тебе и хуже дроп. Это ж крыса, хули. Крыса-пёс. Крыса-пёс. Не сдохну. Даю. Блин, как-то так непривычно начинать с Индры. Кажется, вот только ты на чунке, а уже следующий босс лич. А после Синдры, кажется, ебать, вот сейчас уж мечта будет. Да. Вы понимаете, Войт играет с вашим мышлением. Если его нет. Не, мышление, если нет. Ваня. Да, иду. Теперь я понял, почему всем при приеме в гильдию 500 ГП начисляется. Да, это автоматом начисление идет. Держи 500 ГП, да, нельзя. Чтобы после первого рейда ты не забирал. А сколько за дай это? 3 секунду, дай налью. Разбегание с красным. Могу сходить посрать по скиллу, пока вы профа убьете. Пять минут сласки. Ну, пристабав можно дать инту, там, я не знаю. Ты еще рыбу попроси. Не, ну рыба это роскошь, Серега, вообще.
Да, конечно. Даю старфон. Напомните, люди, на которых кидаются вот эти красные, зеленые бафы на переходке, они не... Такого же, какого и баф. Природу поставьте. Природу поставьте, Зинро, давай ты топовый, ставь природу. Ману ему, ману ему. Пиняня. Захиливайте. Как
извините. Не подходите к зеленым. Перед боссом никто не стоит. На мне 3 стака, можно уже кидать. Да, 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 есть, есть. Мана нету маны, но Зе, у меня тоже нету инера. Давал я тебе ману, и упал так. Да. Я забрал. Ай, как сработано. Аллаху Акбар. Аллабар! Аллахаба. Видите, сколько нас тут? Блять, как бойцовский клуб. Мирная религия. Религия. Ну, что за друг? Мирная религия. Знаю, как по мне, все арамические религии — это просто шлак конченый. Я выше по ИП, кидай мне все. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Троп, сейчас глянем.